Сегодня я расскажу вам электропроигрыватель. Называется Волна 307S1 стерео. В таком чемоданчике он, в таком аккуратненьком. То есть вот можно переносить его. Блок питания тут собрали из подручных средств. Сейчас будем пробовать, как он играет. До этого я рассказывал, как я переделал тонарм. Не было противовеса, был сломанный. Вот тот же самый прыгатель. Сейчас я и буду тестировать. Так, тут где-то шнур. Что-то иное вот здесь должен быть. Достали. Пац. Закрыли. Теперь подключаем в нижний разъем. На вход. Так, блок питания. Сзади тут подключается он. Так, маленько так разверну. Также собирается все. Очень удобно для дачи. Куда идти? На природу можно выйти. Тут есть отсек еще, где есть 6 батареек. Здесь ставится. И, пожалуйста, на пикничок слушать. Сейчас соберу. Собирается все просто. Готов. Блок питания тоже места много не занимает. Все, пожалуй, все. Дальше буду тоже размещать другую радиотехнику. Так что смотрите мои видео.